Но конкретно по нашему общественному контролю на территории и Игермитского соснового бора в поселке Янгель, который был у нас 4-5 ноября, и вот сейчас в марте месяце я выезжала туда на отчет главы. Но при этом следом пришел ответ, давала комментарий по поводу того, чтобы, точнее, обратилась публично к Игорю Ивановичу для того, чтобы он помог нам из памятника регионального значения сделать памятник биосферный заповедник федерального значения. И нам в помощь 33-й федеральный закон, на который ссылаются в ответе по поручению Игоря Ивановича, его руководитель пресс-службы губернатора. С этим согласны. Но далее идет непонятное. То есть получается, не хотелось бы никого обижать, но хотелось бы обратить внимание, что в ответе сказано, озвучены два взаимоисключающих предложения от Аликиной. И говорится, что Аликина предложила создать зону рекреации и в то же время предложила заповедник на территории Игерменского соснового бора. Ну, во-первых, будем говорить о существующей ситуации. Янгелевский ГОК, он находится на территории местного самоуправления, то есть муниципального образования Янгель, Янгелевское муниципальное образование. И земельные участки под разработку и добычу кварцевых песков в аренду ему предоставлен никто иной, как муниципалитетом. И если мы обращаемся с вами к статье 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором прописано виды и состав территориальных зон, функциональных зон, которые применяются при утверждении генеральных планов. И в том числе обозначена как зона рекреационного назначения зоны особо охраняемых территорий. В том числе и зоны, которые используются как производственные зоны, если говорить о предоставлении в аренду Янгелевского ГОКу, которые сегодня, а в данном ответе приведены и эти, та информация, что, а знаете ли вы, что в судебном процессе Янгелевский ГОК к Минприроды пошел на уменьшение площади регионального памятника Игерменского соснового бора? А знаете ли вы, что и общественники пошли в суд к Минприроды для того, чтобы оспорить постановление правительства 2021 года 3036 ПП, который говорит о памятнике природы регионального значения Тушамский сосновый бор и Игерменский сосновый бор с целью вернуть территорию. То есть, получается, тот говорит об уменьшении, а общественники говорят об увеличении. Потому что нельзя сохранять малое, при этом не сохранишь большое. И здесь как раз взаимоисключающими и является Янгелевский ГОК и охрана природы. Вот это взаимоисключающие два объекта – промышленная добыча и охрана природы. Но зона рекреации и особо охраняемая природная территория, в том числе и в виде заповедника, это у нас одно и то же. Только градусы другие. То есть уровень муниципалитета, региона и федерации. Для того, чтобы сохранить эту территорию, здесь действительно нужна федеральная структура. Для того, чтобы этот памятник больше никто, так как это обладает в рамках, опять же, обращаемся, на который ссылается пресс-служба губернатора 33-го федерального закона об особо охраняемых природных территориях. И вот они перечисляют, что значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных хозяйственных, научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания, наличие в границах соответствующих территорий участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих особую ценность эстетическую, научную, культурную, и в том числе территории геологических, минералогических, палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную, эстетическую ценность. Ну вот вам, пожалуйста, геологическая ценность, памятник природы. Формовочные кварцевые пески, если мы снова обращаемся к вами, к кадастровым сведениям, которые прописаны про два эти бора, оно говорит, что в настоящее время большинство подобных песков залиты водами.
Каскады Ангарских водохранилищ. И здесь тоже граница с водохранилищем есть и с водным объектом река Идим и Гирма. Поэтому сосновые боры обследованного памятника являются и представляют собой реликтовые, оставшиеся от некогда еще более широко распространенных в регионе типов лесов. Кроме того, расположение массива в долине реки Илим определяет его неоценимую водоохранную и почвозащитную роль. И обращаемся к характеристикам данного объекта, рельефа местности, природы. Памятник природы. Изначально он был ландшафтным памятником. Сейчас он просто памятник регионального значения. Слово «ландшафт» почему-то исчезло из постановления, которое в 2021 году было. И здесь говорится о том, что краткая характеристика рельефа. Правобережье реки Илим на участке месторождения. Аллювиальная равнина с плоским, слабо расчлененным рельефом. С буграми и западинами округлой, реже сердцевидной формы. Имеющая уклон в сторону реки Илим. Вот вам дыра в коре земной, а здесь уклон. И все в сторону водного объекта. С другой стороны, водохранилище, которое сегодня затопило огромную территорию таких кварцевых песков. Практически таких месторождений, такой уникальной природы, на которых бы росли такие удивительные сосны. Они, кстати, вид сосны здесь тоже необычный. И его нужно затопить. Уничтожить, то есть выберут кварцевый песок, и затем просто вода здесь уничтожит эту сушу. Что говорит кадастровое сведение о памятнике природы регионального значения и Гирминского соснового бора? Она говорит, что природными особенностями данного территории является нарушенность территории. На добычу кварцевых песков и Гирминского месторождения выданы лицензии сначала АОО «Янгельский ГОК», а сегодня ООО «Илим Кварц», ООО «В диком лес», и боры активно используются как рекреационная зона, в связи с чем побережье замусорены. А мы с вами, когда выезжали 4-5 в общественный рейд, мы даже видели порушенные дюны, которые были использованы для засыпки именно мусора. И он торчал в виде арматур, в виде бетона, говорят, и части машинных каких-то оборудований там захоронены. Почему-то этого не исследуется. То есть сегодня под песком можно спрятать все и скрыть все следы, не затрачивая на это никаких денег. Я считаю, что вот вам, пожалуйста, та территория, которая сегодня не должна в себе содержать исключающие, как сказала служба, государственное управление пресс-службы губернатора, ГОК и памятник регионального значения. Для того, чтобы его сохранить, ведь они не говорят о том, что его нужно не сохранять и нужно отдать все под добычу, под кварцевые пески добычу. Кстати, когда я была 11 марта 2024 года на отчете, который отчетом тоже назвать нельзя, Гринёва, сегодняшнего возглавляющего муниципальное образование человека. Вопрос шел о том, что, во-первых, 20 человек в штате этого ГОКа, а во-вторых, старейший сотрудник, который, как она себя сама назвала, что сегодня мы добываем уникальный кварцевый песок, который идет на отсыпку дорог при расширении Транссиба и Бамбу. Уникальный кварцевый песок. Если мы обращаемся к периоду разведки данного месторождения, оконтуривания, подсчетом его запасов, это говорилось, что это для стеклопромышленности. Сегодня технологии позволяют делать стекло искусственно. Тогда оставьте этот объект как объектом будущих поколений. Законсервируйте его, рекультивируйте здесь все. И это останется на будущее. И сохранится уникальная природа, а не выбрать ее и рассыпать ее по всей Читинской, Иркутской, Красноярской области, куда они повезут, на дороге. Ну, а это у нас идет до Приморья, БАМ. Значит, будем это отсыпать, здесь уничтожать, дырки делать в земной коре, и потом вода придет сюда, а людей здесь уже не будет. Либо, извините, будем сохранять. Каков выбор-то? Я не понимаю, почему наше правительство
сегодня не обращают внимания на тот ответ, который пришел им, в том числе на наше обращение из Федерации. Было сказано, что если поступит ходатайство от региона о признании здесь этой территории и обоснованного анализа предоставленного документально признание здесь заповедника биосферного, как природного, в том числе геологического, культурного, эстетического, наследия того, что у нас природа создала, то они готовы это рассмотреть. Вот вам решение, оно уже есть. И не надо придираться к словам, что зона рекреации и заповедник – это взаимоисключающее определение понятия. Более того, граница проходит на лесном фонде, в котором сегодня произрастает сосновый бор и Герминский, Рудогорская дача. Но это, извините, и территория муниципалитета. И где арендует эту территорию Янгельевский ГОК. Если мы говорим о том, что мы признаем это объектом будущих поколений и убираем отсюда добычу, сохраняем эту территорию, то это уже переходит на территорию муниципалитета. Соответственно, это становится границей населенного пункта. И здесь вступает в силу градостроительный кодекс, статья 35, которая говорит, функциональная зона рекреации, на которой расположены особо охраняемые территории, в том числе и зоны особо охраняемых, такие как памятники, заповедники, парки, леса. Почему нет? Ну, то есть я не вижу здесь того противоречия, которое указали в своем ответе управление пресс-службы губернатора. Более того, не дают они комментарии по двум судебным процессам. Ну, естественно, суд уже рассматривает данные заявления, но я считаю, что остановить Янгельевский ГОК с тем потоком негативной информации и в том числе с подачей не совсем достоверной информации в суды и оспаривание того, что было много лет назад приостановлено, а сегодня вновь поднято на поверхность, потому что в Роснедрах нам была сообщена информация, что в данный момент Янгельевский ГОК находится в предбанкротном состоянии, и он неэффективен в добыче кварцевых песков. Так для кого? Для чего дальше продолжать здесь добычу? Если здесь уже... Ну и сами мы 2 дня же, 4-5 ноября, мы это наблюдали, что ковш туда, медленно работал один человек. 2 дня работал только один человек. Поэтому... Я не вижу здесь целесообразности, никаким городообразующим предприятием он не является. И людям, которые проживают на территории поселка Янгель, огромное спасибо за то, что они так активно включились в борьбу за сохранение своего поселка, несмотря на слухи, которые недостоверны, которыми их сейчас накачивают представители Янгельевского ГОКа. Вы никуда не будете переселены, и с моей стороны, и с моих коллег этого не было, даже мыслях не было. Мы говорили только о памятнике природы, только о месторождении, и именно сопоставляли, как здесь лучше сделать для того, чтобы это все сохранить. Более того, Игорь Иванович, снова к вам обращаюсь. Ну вот вы очень глубоко и яростно говорили о том, что вы с Алексеем Самбуевичем Цыденовым разговаривали с Владимиром Владимировичем Путиным по поводу развития внутреннего туризма, в том числе на территории Байкала, наших регионов, Республики Бурятия, Забайкалья и Иркутской области. А в 2020 году, в августе месяце, на Координационном совете по туризму вы говорили, и я так понимаю, что это осталось и на сегодняшний момент вашей задачей, что туризм должен быть в Иркутской области не только на берега Байкала, но и на севера в том числе Иркутского региона, потому что нам есть что показать. Вот вам конкретный пример, где сегодня, в апреле месяце, будет проходить районная рыбалка, которая проходит уже много-много лет. Воздух обалденный, оздоровление и чистый воздух, страна, экология, тоже сюда нас в проекты можно подключить. Люди будут оздоравливаться, люди санаторные, если здесь здравницу сделать, и рабочие места будут созданы для местных жителей. Если вы говорите о туристической, вот как раз то место, на котором можно создать
правильно соблюдение природоохранного и санитарного законодательства, в том числе энергетиков заставить сделать берегоукрепление, чтобы не уходила суша песчаная в воды, как сказал один из местных жителей, который подписался под этой клеветой, так у нас на 2 метра в год уходит суша. Вы слышите? Приезжайте летом, мы вам это покажем. Я предложение приняла, я приеду летом, я это увижу. Но на сегодняшний момент именно здесь можно реализовать одно из туристических направлений, при этом сделав здесь биосферный заповедник и санаторно-курортную зону. Ну, посмотрите, направьте свой вектор немножко в другую сторону и оставьте Байкал в покое. Ну, пожалуйста, вот мое такое обращение. Снова жду ответа через средства массовой информации, но уже не взаимоисключающих объектов, а в совокупности давайте рассматривать, готова к личному диалогу. Вместе с Байкальской Сибирью придем и обсудим, и доведем до сведения общественников, в том числе, в первую очередь, жителей поселка Янгель, чтобы они были спокойны, что рабочие места у них сохранятся, которые есть сегодня. А еще я вам готова по ЖКХ помочь, если что. Я когда на отчете услышала, как у вас творится ситуация, к вам туда комиссию в правительстве надо отправлять десантом, чтобы разобраться с тем, что у вас там происходит. Кстати, с неплательщиками, которые у вас сегодня, как вы говорили, что у вас очень много людей не живет, тоже можно разобраться. И тогда и содержание домов можно будет улучшить на сегодняшний момент. Поэтому вопросов много. Есть ответы, но можно их решить только сообща. Предлагаем круглый стол, на который предлагаю всех, включая жителей Янгеля, присоединиться. Спасибо.